Сегодня я заканчиваю очередной проект. Это лопата. Лопата мне для посадки кедра в лесу. У меня уже есть вот такая лопата, но это оказалась говна лопата. Производитель урожайная сорта. Написано, что рессорная сталь. Чистый обман, смотрите. Вот, а теперь смотрим, что здесь. Вот это рессорная сталь, а это говна сталь. Урожайную сотку не рекомендую. В хозяйстве, конечно, она незаменима для маленького, для маленьких посадок на огороде, но как мне нужна прочная лопата, она не подходит, увы. Давайте остановимся маленечко на черенке. Черенок ива. Очень прочная, очень легкая. Действительно, в сравнении с другими черенками, прочная еще рябина, но очень тяжелый черенок. Для меня вес очень критично, тем более после операции. Я сейчас буду все перестраиваться. После второй, между прочим, операции. Год естественной сушки. Дальше черновая обработка в масло трансмиссионное вставлено на 2 недельки. Начало черенка, чтобы никогда не гнило. После 2 слоя масла трансмиссионного по всей рукояти и 2 слоя лака, а также мастика еще низ обработан от защиты от влаги. Ну, сама лопата скраб дамская, наварены уголки для расширения, чтобы удобнее ногой нажимать. Лопатка ничего мне нравится. Все, приступаем к насадке. Наше дело сейчас ее заколотить поглубже. Так, сейчас мы с Мишей поменяемся. Мне еще после операции такая нагрузка тяжеловата. Миша будет заколачивать. Поехали. Сильнее. Сильнее, Миша. Все, лопата готова. Черенок оказался чуть-чуть тоньше, чем вот эта ручка. Вот эта ручка. Мы насадили 2 слоя камеры, резины камерной от велосипеда. И плотно встала. Все, как положено, ручка по плечу. Так, лопату я все-таки переделал. Я ее укоротил. Вот она была такой же длины в сравнении с этой лопатой. Эту я лопату решил под посадку кедров. То есть сделал вправо-влево. Я теперь не могу больше замахиваться маленькой лопатой. Думаю переходить на посадку вот на эту лопату. По принципу мяча Колесова. Здесь у меня было крепление кровельный саморез. Кровельный саморез мне не понравился, он прокручивается, и я просверлил насквозь, болт, четверка, гайка, соединил. Здесь тоже самое все оставил. Вот теперь такая лопатка, и плюс она еще пойдет в машину. Так, решил сделать тест-драйв. Посадим вот такой чудный 2-летний сибирский кедрик. Так, стоит. Делаю крест, и теперь этот крест по диагонали сейчас обкопаю. Режет вообще просто, смотрите, ну ура. Ну, тут земля мягкая. Так. Опа. И вот так вот по сторонкам. Так, теперь лопатку легонькая вообще, надо взвесить просто, потом будет. Так, лопатку в сторону. Берем кедреныш. Длинненько вынимаем. Вот так на юкрос. Так и сажаем. Готово!